Зачем нужно мышление для доброты? Оно нужно, потому что только через мышление ты вдруг можешь понять, что другой человек вот там как-то что-то не то, не так, не пятое, десятое. Ну вот, но он точно такой же, как ты, в основе своей. Он точно так же страдает, он рожден в этот мир, где он будет страдать, мучиться, где он будет делать глупости, совершать ошибки, и он будет страдать всю дорогу. Разве будешь ты там вредить? И разве ты не найдешь доброго слова? Разве тебе не будет интересно с этим человеком там какое-то время провести вместе для того, чтобы где-то поддержать, где-то что-то дать ему ощущение, что он не одинок? Да, пожалуйста. Но для этого мозги нужны.